Хорошо сидим. Давай анекдот тебе расскажу. Попали на необитаемый остров русские, американец и японец. Хотели есть, пить, а нечего. Тут они натыкаются на одну лампу, потерли, появляется джин и говорит: «За то, что вы меня освободили, я исполню по два желания каждому». Ну, американец такой говорит: «Бутылку виски и домой». Исполнилось. Японец такой говорит: «Бутылку саке и домой на работу». Подожди, слышал? Походу, что-то шипит. Ох, нифига себе, смотри, у нас колесо спустило. Прямо на ровном месте спустило. Хорошо, запаска имеется. Откручу прямо руками. Так, взяли. Стой, колесо, ты куда? Блин, походу мы тут надолго. Эй, помогите! О, смотри, деревенщина едет. Сейчас его попросим. Так, сейчас залезу. Ой, блин, российская техника. Здоров, чувак. Ух ты, звездный лорд за рулем. Не подкинешь тут недалеко, колесиком закинуться хочу. Ну, если недалеко, то давай. А то мне еще поле перекапывать. Во, нормально, я вот так вот поеду. Гаишников здесь все равно нету. И видок-то здесь такой неплохой. Слушай, а может тебе анекдотик рассказать? А хотя нет, ты деревенщину не поймешь. Воу-воу-воу, стой, аккуратней. Не дрова везешь. Во, вот так теперь поеду, здесь вообще нормально. Давайте буду показывать, мне виднее, куда ехать. Так, стоп-стоп, колесико, стоп, машины. Давай-давай, чуть-чуть назад еще. Так, аккуратно. И еще чуть-чуть. Стоп-стоп-стоп, не раздави. Так, сейчас сюда тебя закинем. Вот так. Вот, ты смотри, как литое, как было здесь. Все, давай выезжай, а я пока раков посмотрю. Раков здесь нет. О, вот так поеду, как на диване. По-моему, даже удобнее. Да-да, удобнее. Прям как на гамаке. Стоп, машины. Конечная. Все, спасибо, чувак. Все, езжай там, полоть свою редиску или что-то такое. Дальше достаем домкрат. Что-то в багажнике ничего нету, даже аптечки. Ух, ничего себе тяжелый-то, а. Кручу-кручу, бицу качаю. Кручу-верчу, машину поднять хочу. Во, норм. Полдела сделано. Еще половина-половина дела сделано. И еще половина-половина-половина дела сделано. Прикручиваем. И машину опускаем. Кручу-верчу, машину опустить хочу. Во, теперь нормально. А это закину в багажник. Фух ты, поместилось. Готово.
Так вот, значит, по поводу анекдота, давайте я расскажу все-таки. Попали на необитаемый остров русские, американец и японец, ну ты понял уже, да? Хотят есть, пить, а нечего. Тут натыкаются на лампу, потерли, появился джин и говорит: «За то, что вы меня освободили, я исполню по два желания каждому». Американец говорит: «Бутылку виски и домой». Исполнилось. Японец говорит: «Бутылку саке и домой на работу». Исполнилось. Русский говорит: «Два ящика водки и всех назад».